После десятков километров пути по тундре, придя в лагерь, практически всегда делаем пятиминутку из гольца или кумжи. Это очень простое и вкусное блюдо, а также замечательная закуска. Готовится оно очень быстро, а кушается с большим удовольствием. Пришли в лагерь. Сидим, ждем, пока вода закипит. Товарищ рыбу чистит под дождем. Нам тоже нелегко. Сидим в палатке. Красотища. Флешечка. Дальца. Сейчас будем делать хе. Не порежешь, если честно. Я питаю особые чувства к этому блюду. Голец только пару часов назад плавал, а теперь его филе лежит у меня на миске. Добавляем лук. Сделали филешечку такую красивую. Голец оказался красным. Даже уровень туда режем. Все очень просто. Режем филе, добавляем лук, солим, перчим. Выжимаем лимон. Перемешиваем и получаем удовольствие. Вкуснятина.